Мозырский нефтеперерабатывающий завод отметил 45-летие. В 1975 году здесь был получен первый полесский бензин. О дальнейших планах рассказали представителям региональных и республиканских СМИ, которые побывали на заводе в рамках пресс-тура. Например, после запуска комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков глубина переработки нефти возрастет до 90%. Общая стоимость инвестпроекта свыше $1,2 млрд. Причем текущая и инвестиционная деятельность проводится исключительно за счет собственных средств. И еще немного о новой продукции, теперь о съедобной. В Гомеле начнут производить шоколад по бельгийской рецептуре. Одна из крупнейших кондитерских фабрик страны уже в этом месяце запустит новую линию по выпуску сладостей. За образец берут лучшие предприятия Бельгии и Германии. И обещают, что будет не только вкусно, но и прибыльно, так как импортозамещение – это новые рабочие места и высокий уровень заработных плат. От масштабных тем к частным вопросам. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел в Мозыре прием граждан. В числе обращений просьба снизить сроки наказания за незаконный оборот наркотиков и повысить пенсию. Но особенно много вопросов касалось землеустройства. Ведь не все земельные тяжбы можно решить на районном уровне. В некоторых случаях подобные споры продолжаются десятилетиями, а количество обращений к представителям органов власти постоянно увеличивается. С жителями региона на этой неделе общался и член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Алексей Неверов. Он провел прямую телефонную линию и личный прием граждан. Среди озвученных проблем – использование в жилых многоэтажных домах старых лифтов и необходимость их замены. Предоставление льгот молодым специалистам, которые обучались за собственный счет, неадекватные наказания, запрещенный предприятию экономический ущерб, если размер штрафа в разы превысил реальные потери. Соответствующий вопрос, кстати, содержится в списке разработанных сенаторами предложений по внесению изменений в административный кодекс. Также во время приема шла речь о качестве дорог, трудоустройстве и предоставлении жилья. Кстати, о жилье. Многоэтажки в этом году растут в каждом районе Гомеля. К концу 2020-го их построят свыше 20, причем новостройки на любой вкус. Это не только панельные, но и кирпичные дома, а также высотки из серии «Широкий шаг». Активно ведется стройка в 59-м микрорайоне так называемой «Шведской горки», на улице Федюнинского в 96-м и 104-м микрорайонах, на Барыкина в Костюковке. За следующие несколько лет свободные площадки для многоквартирного строительства закончатся. Высотки будут возводить на месте снесенных частных домовладений, тех, которые находятся в непригодном для проживания состоянии. На уходящей неделе службы региона продолжали подводить итоги минувшего года, в их числе освод. Приятно отметить, что эта организация занимает лидирующие позиции в стране по спасению на воде и недопущению трагических случаев. На заседание пригласили также коллег, сотрудников МЧС, чтобы и они дали свою оценку работе спасателей на воде. На водоемах Гомельской области действует 15 спасательных станций, 13 постоянных постов и 10 временных. Благодаря ежедневной работе в регионе снизилось количество погибших на воде, а в районе действия спасательных станций и постов случаев гибели людей не допущено вовсе. И еще немного о воде. В Гомельской области восстанавливается наполнение Днепробрагинского водохранилища. Это улучшит микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих к нему территориях. Также позволит обводнить мелиоративные каналы района и повысить производительность сельскохозяйственных земель. Финансирование проекта предусмотрено в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Дополнительно будут найдены средства из областного бюджета.